Решение частично удовлетворить иск ВАДы и лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу мы не приветствуем. Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо полного или частичного наказания РУСАДА и как следствие любых санкций по отношению к иным участникам процесса. Важнейшим результатом нашей совместной с коллегами работы является тот факт, что КАС не поддержал ВАДА в применении мер коллективной ответственности и не стал вводить дополнительные критерии участия российских спортсменок в Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира.